сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. На фасаде дома номер 25 на улице Кутузовская в рамках фестиваля «Урбан Морфогенезис» создан портрет первого космонавта, героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров. Это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России. Автор работы – итальянец Йорит Агач. Художник признался, что история советского космонавта невероятно вдохновила его. Он даже выучил русское слово «поехали».